А в мае мы едем в Париж. Если хочешь, присоединяйся к нам. Это будет непростая поездка, это поездка образовательного плана. Мы первый день зайдем в Лувр. В Лувре пройдем все этажи, но, конечно же, мы будем останавливаться только в тех местах, где самые знаковые, самые известные произведения находятся. Во второй день мы пойдем в музей Орсе. Там не только импрессионисты, там еще много кого интересных вам можно посмотреть и увидеть. И смотреть не просто на картины, мы будем заходить вовнутрь картины, внутрь стиля, вовнутрь художника, который изображал вот этот импрессион. В третий день мы, естественно, пойдем посмотреть, что изображалось художниками в современном мире в 20 веке. А для этого мы пойдем в музей Жоржа Помпиду. Он с 1977 года, это я точно знаю, и там накапливается такое количество креативного искусства и искусства, которое в современном мире не все люди понимают. Так вот, мы в этом очень хорошо будем разбираться. И в этом нам помогут много этажей и огромные площадя, на которых будут находиться и Кандинский, и Малевич, и Дали, и многие другие художники 20 века. А еще у нас будет очень мной любимый музей. Он небольшой, но очень такой камерный, теплый, где находятся такие эксклюзивные картины импрессионистов. Но самое главное, там находятся огромные полотна Клода Моне. Это музей Оранжери. Ну, конечно же, мы зайдем в Нотр-Дам-де-Пари. Мы познакомимся с тем, как развивалась готика. А еще мы, конечно же, посетим Сен-Шапель. Это вообще жемчужина готики. И надо сказать, что он сохранился с 13 века буквально в том виде первозданном, который был сделан еще при Людовике IX. Естественно, мы будем ходить по таким местам, где будут встречаться наиболее знаковые архитектурные сооружения. И благодаря этим сооружениям мы будем изучать готическую, я уже сказала, архитектуру, классическую, барочную, архитектуру османского периода. Барон Осман, да, я хочу сказать, это не османы, турки-османы, это совсем другое направление в архитектуре, и этой архитектуры в Париже очень много. Мы будем рассматривать балкончики, мы будем рассматривать всякие интересные скульптуры, которые находятся на архитектуре. Но самое главное, то, что прогулка по Парижу, изучая эту вот каменную книгу Парижа, позволит нашему участнику получить такую информацию, с которой он куда бы ни приехал, в какой бы город, в какую бы столицу мира он ни приехал, он встретится с этими стилями. И тогда для него откроется вот это многообразие историческое, стилистическое, и он будет понимать, о чем говорит эта архитектура. Человеку, который нуждается в какой-то поддержке, в каком-то ресурсе, в каких-то новых знаниях и идеях, там в искусстве все это есть. Только бери, едь и наслаждайся этим.